хочу представить девочек, которые одна 10 лет была лицом моей компании, Елена Воскресенская, которая имеет 5 титулов, которых просто не перечислит. И она в этот сегодняшний день торжественно передает свой титул новому лицу агентства, Тамара Пройна, которая в этом году у нас завоевала титул «Мисс Дикий Запад». На самом деле это были незабываемые годы в моей жизни. Я очень благодарна Ирене, потому что это супер человек и отличный профессионал. Работать с ней – это огромное удовольствие. Ну и Тамара подхватывает. Да-да-да, боевая девчонка с Дикого Запада. Пытается тогда перехватить эту эстафету, но, надеюсь, все у меня получится. Сергей, расскажите, пожалуйста, об основной идее, концепции вашей коллекции. Ну, самое главное, конечно, что меня вдохновляет, это невесты. Это, конечно, девушки, которые мечтают выйти замуж, которые мечтают о принцах. И, собственно говоря, последняя моя коллекция – это стилизация греческих мотивов. Я работаю с невестой и подбираю тот наряд, который она сможет принести, который она прочувствует душой, а не просто оденет какое-то красивое платье. Наверное, это самое главное для невесты, чтобы она прочувствовала. Расскажите, как это придумывать образ для невесты? Работает фантазия, видишь девушку, вдохновляешься нарядом тоже. Мы с Сергеем тоже работаем часто. И создаешь, творишь, как художник, рисуешь. Всегда поддерживает наших российских дизайнеров, и поэтому Сережа с нами сотрудничает уже 15 лет. Ощущения волнительные, потому что все это первый раз в таком шикарном платье, да и вообще первый раз. Ну, надеюсь, скоро найдется тот, кто это платье мне подарит и в нем отведет меня под венец. Ну, это так, это может так, вырезать. Так, 10 лет контракта вначале она отработает, а потом пойдет под венец. У тебя дебют сегодня, какие ощущения? Свадебное платье я уже, правда, одевала. Вот. Но такое красивое нет, и могу сказать, что дизайнер просто чудо. И действительно, мы все как куколки здесь. Мы две Тамары, так что все, кто хочет загадать желание, становитесь между нами. Сегодня одна девочка передает эстафету другой. Мисс Дикий Запад 2010. Я хочу вручить паспорт государства Каприки нашему новому каприканцу Сергею Конышеву. Создатели этого государства даруют вам титул лорда государства Каприки. Вы назначаетесь министром масс-медиа государства Каприки. It's hot, it's hot, it's hot, it's hot.